У пераўзбраенне галоўнае прадпрыемства вырашыла інвестіраваць каля 200 тысяч еўра. Пераканаліся, старымі мадэлямі цэх не ўтрымаць. Інвестыцыі, падлічылі, хутка павінны акупіцца. Старая обувь у нас, конечно, шла, да, не будем говорить, но не такими, как говорится, темпами. Мы, новая модель, это часть перевооружения производства, да, естественно, экономический эффект. Планируется в следующем году выпустить до 264 тысяч пар обуви и выйти на безубыточную работу нашего предприятия. На початку модернізації спеціалісти уважливо вивчали ринок і потреби споживця. У перспективі цех планує працювати у 2, а то і 3 зміни. Головне, каб був попит на продукцію. Модернізація производства резинових изделий у нас запланована в рамках реалізації указу президента Республіки Білорусь номер 235. Програма розвитку Юго-Востока Могилевської області до 2020 року. Прежде всего, здесь сохранен коллектив, который на сегодняшний момент составляет 229 человек. И эти люди получают достойную заработную плату, что важно для нашего региона. Притягнение инвестиций высоких технологий дают возможность не только захватить вытворчесть, открыть новые працовные места. Шерег долготерминовых взаимовыгодных деловых контактов планируют заключить предприемство Могилевщины на международном инвестиционном форуме, который пройдет в Могилеве у листопаде. Андрей Шуляк, Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новин регион.